Привет, мои хорошие. Все, гости на пороге. Будем отмечать сынова день рождения. Они заказали уже роллы. Я здесь, у меня было вино. Открыла. Какой штопор хороший. Просто класс, находка. Первый раз, когда я купила вино, мукбанг еще снимала. Что-то у меня не получалось, как открыть. На этот раз сообразила, как. Так легко, прям классно. Сейчас покажу, поставила винцо охлаждаться. Ой, тот вино покупал, немножко выпил, остальное у меня Толик допил. Вот видели, открыла, прям хорошо, эта пробочка такая удобная. Ой, такие мелочи у меня, а прям приятно. Сейчас помою бокалы, подготовлю, а то висели, все запылились. Надо помыть, мамка не приедет. Сказала, плохо себя чувствует. Но она у меня гипертоник, у нее постоянно давление, скачет. Вчера вон вообще вот и рвала, а сегодня вот какая-то слабость. Ну, ладно, сын ей предложил, говорит, хочешь, давай к тебе приедем. Она говорит, да нет, говорит, не хочу, говорит, суета. Короче, не до нас. Ну, понятное дело, когда человек болеет, ничего не хочется. Вот. Ох, нажрусь я нынче, видно. Ё-моё, ну ладно. Как говорят, раз в год и палка стреляет. Толян сейчас позвонил мне тоже. Ну что там, типа, отмечаете? Говорю, нет, сейчас, говорю, скоро должны подойти. Ты от роллов там не оставь. Говорю, ага. Пока ты приедешь, они пропадут. Это раз. А два, роллы оставить. Тут все любители ролл. Поэтому они не останутся. Он говорит, приеду, закажем, с тобой тоже поедим. Говорю, нет, давай, говорю, потерпим. Это, говорю, мне будет чересчур. Чересчур. Говорю, потерпим. Или до твоего дня рождения у него 31 августа день рождения Толика. Или, говорю, давай ждать 5000 подписчиков, чтобы отметить, как уже и хотели. Вот. Ну, то ж только, не сказать прям помешанный на роллах. Это я помешанная. Да и Леночка помешанная. А Толик он как? Походку. И то не все. Он любит эти печеные, жареные роллы. Так, все, бокал сполоснула. Сейчас их вытру. Вытру. Сейчас этим бумажным полотенцем. Так будет лучше. Не будут видны разводы. Ой, я здесь, мои ненаглядные. Так. Я уже кушать хочу, не могу. Время первый час. А я только попила кофе да чай. Безо всего причем. Ой, морят меня с голоду. А я-то уже себя настроила, говорю, сейчас, если уж роллы буду есть, все. После ролл, как говорится, рот на замок. До завтра. А то жирно мне будет. Блин, а вот купил новый наколенник. Вроде бы... Ой. Постирал вчера на 3-литровую банку. Ах, он мне там подвернулся чуть-чуть. А что это? Все. Ну, низ получше стал. Вроде как. Самое главное... Вот правда она сказала, они не растягиваются. Вот на банке стоял наколенник. Прям... Сняла, он, видно, такой растянулся, хороший. Одела на ногу сейчас. Он опять стал по ноге. Одуреть. Не то, как, привыкну я к нему. Не то не привыкну. Один только шанс схуднуть. Надо мне еще. Но я, в принципе, к этому и стремлюсь. Чуть-чуть схуднуть.
Ой, сейчас бокалы будут блестеть, как у кота яйца. Понатру. О, красота. В бары, говорят, бокалы прям, хух, ну, в бокалы и начинают чистить. Ужас, я, конечно, этого не знала. Но когда мне сказали, даже там заказывать что-то пить не хочется. Это же никак не гигиенично. О, понатерла. Так что все, жду гостей. Попробую что-нибудь поснимать. Леночке-то ей все равно, а вот сын, он у меня не хочет на камеру сниматься. Но если не хочет, я не заставляю. И это своего таланта только могу заставлять. А сына нет. Сам, когда будет желание, то тогда ладно. А пока нет желания, я настаивать не буду. Все, мои хорошие, жду гостей. Постараюсь что-нибудь еще поснимать. Вы представляете, гостей нету. У меня домофон. Думала, гости пришли. Сын с Леночкой. Роллы принесли. Ну что, сесть, одну из хомячить и все. Че я их буду ждать-то, а? Вообще, они даже меня не предупредили. О, я сама открыла домофон, дверь открыла и ушла. Думала они. Гляжу, кто-то что-то не заходит ко мне. Ну как, вышла поглядеть, молодой человек стоит. Говорю, роллы приехали? Он говорит, да. Говорю, это ужас. Короче, идут, сейчас тоже подойдут. Посмотрите, какая красота вообще. Как устоять перед этой вкуснотой, венцом, эти всякие штучки, соевый соус, имбирь, васаби. Ой, как я хочу имбирь, васаби. Вы себе просто не представляете. Я заждалась их. Я, наверное, сейчас сяду и все съем. Они как хотят. Чё я сама над собой издеваюсь? Ой, я не могу, какая вкуснятина. Все, кирдык моей диете. Можете говорить все, что угодно. Все, сели. Ну, конечно, не видно. Я здесь не могу установить свой стол, за которым ем постоянно. Буду брать и вам показывать, что буду есть. Имбирь не стала брать, васаби не стала брать. Дай мне, сын, палку, вручалку. Вина никто мне не налил. Ленке. Сейчас налью. Сейчас вот налью. Ленке кинул сразу жрать. Как она, просто, мама, открывается, да? Да, это пробка такая. А что, мне смотреть, что ли? Да нет, а то сейчас дерну. Так, нечего жрать, надо поздравить. Ой, хватит, а то ведь надо за тебя-то выпить все, не оставлять. Венцом. У тебя еще, мать, сок. Ленке не хочет ей за Ульяшек в сад идти. У сына вообще какая-то там другая штука. Вкусная, наверное. Все, сын, за тебя, за твои 17, здоровья, счастья, всего наилучшего. Поехали. Он у меня с ночи немножко поспал, вот и пришли. Ой, я же всю не выйти. Не выпью. Иначе все. Хорошо? Ой, какое вино сладенькое. Своя братинка. Хочешь лоточек попробовать? Мне его нельзя. Таблетки. Не пьешь? Таблетки. А, таблетки пьешь. Ну, пей сок, правильно. Вот что-то слиплись роллы. Вот эти. Я думала, вы пришли. Беру вот такие без всякого соуса. Это. Думала, вы пришли, открыла и ушла. Дверь открыла. Никто не заходит. Говорю, в чем дело-то? Выхожу, пацан стоит с пакетом, глазками хлопает. Говорю, роллы привезли в нога. Вот эти острые, ма. Ой.
Свежачок прям вкусненько. Чё это ты вилкой-то, Леночка? Ну, не хочу. Вот это прям получше твоей мафии, блин. А это что? За это за сет. Вига сет какой-то. Вига. Можно остановиться? Нет. Мы сегодня поем ролл-то. И рот на замок. Надеты эти. Я делала полотенце. Ой, вкуснота. Так, как ужин, ну, я хочу все попробовать, хоть меня застрелите. Смотри, они островатые. Ничего страшного. Чуть-чуть все можно. Я вообще острый, я как люблю, имбирь, все мое. А сказала, забыла. Как деловая, губничка красная. Сидишь, вытираешь. Это мне что-то не очень. Какие? Я. Паш любит такие в панировке. И остренькие, кстати. Чё? Хватит. Давай, сейчас это съем. Ну прям, тебе крепко ведь, да? Плакать хочется. Она и вино-то быть нельзя. Но врач сказал. Да я верю. Не знаю, почему он сказал, да винцо выпиваете. Хоть это зарядка. Ну, все врачи рекомендуют вино. Кровь разжижает, типа. Я не пойму, на травах, что ли, типа. А, ну да. Какую ел я? Розовую. Вода питьевая. Это, наверное, не одинаковый, да? Такую отведаем. Да, начинка одинаковая. Это просто на этот. Как его зовут-то? Соус, да. Да. Вот эти на вкусные. На травах. Угу. Понюхай, как пахнет. Я нюхала. Вот эти вкусные. Угу. Как шоколадом. Что это за ролл шоколад? Мама, может, не раз... ролл, а что ты купил, выпиваешь-то? Нет. Там это, как она, как валерьянка пахнет. Ну, это, наверное, это, бальзам, что ли, какой-то. Чего ты смеешься, бальзам есть. Угу. Одеколон, мама. Ой, ну вас. Все грамотные, одна я. Ой, вообще... О, здесь же этот, кунжут. А кунжут-то мне полезный. Будем себя успокаивать. Здесь же кунжут. Ну ты чего, все такие? Какие? Вот эти. Вот эти тоже. Какую сейчас ела? Да нет. Так, купить тоже не пробовала. Вкусный прям. Чё? Сколько здесь? 86, вы сказали? 82 вроде. А-а-а. Да что это нам сейчас на 20 минут? Ладно, моя хорошая, буду закругляться. А то дети стесняются. Как говорится, и поговорите что-то. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает, кто комментирует. Огромное всем спасибо. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать. На YouTube, на Дзен, приходите, подписывайтесь, комментируйте, не стесняйтесь.
ставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.